Тема нашего сегодняшнего вебинара – это регламентирование процессов BIM при создании информационных моделей. Меня зовут Русина Елена, я являюсь специалистом отдела SAPR компании BSS, находящейся в Санкт-Петербурге. И мы сегодня с вами поговорим о такой насущей проблеме – это регламентирование процессов BIM. Что мы сегодня рассмотрим в течение вебинара? Это в первую очередь предпосылки к написанию стандарта, которые, собственно, и привели к его написанию, источники, которые были использованы, назначение документа и цели, рекомендации по организации BIM-проекта, роли основные BIM-координатора и вообще, что это за человек, документ план выполнения BIM-проекта, общие положения хранения файлов BIM-проекта, правила моделирования файлов, безопасность данных, программное обеспечение, пространственное расположение и координация информационных моделей, организация моделей по видам, то есть в диспетчере проектов в Revit, правила наименования уровней и видов и библиотека материалов, правила наименования компонентов семейств и типа размеров, и изменения и дополнения. Собственно, чем занимается наша компания? Наша компания, как вы уже, наверное, знаете, занимается внедрением BIM-технологии. Как мы уже все с вами знаем, BIM — это интеллектуальный, основанный на построении модели процесс, который позволяет сокращать затраты на этапах планирования, проектирования, строительства и эксплуатации готового объекта. То есть, по сути, получается всего жизненного цикла здания. На каждом этапе создается интеллектуальная модель, которая эффективно используется на следующем этапе. Таким образом, BIM позволяет создавать проекты более быстро, более экономично, с наименьшим влиянием на окружающую среду. Помогает сохранять время и деньги за счет улучшенной координации на сложных объектах. BIM требует соответствующих решений, которые мы распределили на три направления деятельности. В первую очередь, это разработка стандартов предприятия по взаимодействию 2D и 3D среде. Мы рассматриваем их как платформу технологии BIM. Второе – это внедрение на основе стандартов эффективного взаимодействия по основным разделам проектирования, а также четырехмерное представление BIM. И, собственно, внедрение систем управления, куда уже входят либо электронные хранилища управления проектами, документы оборотом проектного предприятия. И сегодня с вами мы рассмотрим два основных направления вот из этих трех. Это разработка стандартов предприятия и внедрение этих стандартов с целью эффективного взаимодействия. Собственно, что послужило предпосылками для создания и написания этого стандарта? В первую очередь сегодня во всем мире растет число компьютерных программ, реализующих технологию BIM. Соответственно, растет и количество пользователей этих систем. Но массовое внедрение информационного моделирования зданий требует создания условия для применения различных BIM-программ в едином комплексе, либо для перехода пользователя с одной программы на другую. Все это предполагает создание единого стандарта для проектов, выполняемых по технологии BIM. Исходя из нашего опыта по внедрению, разработка стандарта стала необходимой. Собственно, что в себя подразумевает BIM-проект? BIM-проект — это в первую очередь набор файлов, созданных в различных программах и приложениях, включает в себя информационные модели и другие данные, относящиеся к проекту. Информационная модель – это сам файл, созданный уже в различных тоже программах и приложениях, составная часть BIM-проекта, который содержит в себе информацию, позволяющую автоматически создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, составлять графики выполнения работы, эксплуатацию объекта и так далее, предоставляющий возможности для принятия наилучшего решения с учетом всех имеющихся данных, используется для формирования проектных решений и служит основой для получения 2D-чертежей и спецификаций. Перед тем, как написать документ рекомендации по выполнению проекта информационного моделирования, нами были изучены и проанализированы документы других стран, в которых на данный момент процесс внедрения технологии BIM проходит более эффективно, чем в России. И основные источники, которые мы использовали для анализа, это BIM Protocol, который производство Англии,
в котором это как бы руководство для использования британских стандартов. Он включает в себя несколько их стандартов, плюс еще как бы служит для каких-то внутренних стандартов компании. Он направлен в первую очередь на адаптацию этих стандартов для практического и эффективного применения, особенно на стадиях разработки проекта. Следующий документ – это BIM-стандарт как раз для Revit'а, тоже в Англии. Этот стандарт концентрируется главным образом для адаптации эффективного и практического применения в программе Autodesk Revit. Это Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP. Также британский стандарт BS1192 – это, в свою очередь, уже такое конкретное практическое руководство по моделированию. И как бы еще один из основных документов, который был нами рассмотрен, это стандарт американский Project Execution Planning Guide, который разработан Пенсильванским университетом. Его применяют как бы в Америке и включает в себя несколько также документов по внедрению технологии, это протоколы, стандарты и другие сподручные документы. Как бы рассмотрев вот эти все и проведя анализ вот этих вот документов, мы пришли к выводу и написанию собственного стандарта, который бы соответствовал как бы нашим реалиям российским. По опыту, который мы имеем, наша компания с работой с другими компаниями, как бы было принято решение о написании такого стандарта. Как бы по сути, стандарт включает в себя рекомендации, которые в нем описываются, и они носят прежде всего информационный характер. Как бы, если вы планируете использовать данные рекомендации внутри вашей компании, вы должны обязательно их тщательно проанализировать перед внедрением, посмотреть, насколько они соответствуют вашим представлениям, насколько они к вам применимы. Если вы принимаете такую ответственность, что вы как бы будете разрабатывать BIM-проект в соответствии с этими рекомендациями, соответственно, вы должны им и следовать. Конечно, под каждую компанию эти рекомендации немножко меняются, учитывая индивидуальный опыт конкретной компании. Собственно, назначение самого документа – это рекомендации по выполнению проекта информационного моделирования. Он в первую очередь направлен на все подразделения компании, участвующие в процессе проектирования, принятия проектных решений, разработки, выпуски, хранения технической документации и на стадиях строительства, являющихся результатом деятельности компании. Для достижения наибольшей технической грамотности и эффективной работы над проектом необходимо уделить особое внимание подготовительному этапу, который включает в себя организацию данных, участников и взаимодействие между ними. Для реализации этих целей мы как бы настоятельно рекомендуем организовывать рабочий процесс согласно следующим указаниям. То есть на каждый проект необходимо назначить BIM-координатора, лицо, ответственное за процесс информационного моделирования в рамках BIM-проекта, реализовать план выполнения BIM-проекта. Мы об этом поговорим, что включает, что является как бы BIM-координатором, какие он функции исполняет и что включает в себя план выполнения BIM-проекта, который определяет ключевые задачи проекта, выходные данные и конфигурацию моделей. Также необходимо проводить координационные совещания в ходе выполнения BIM-проекта, выполнять проверки информационных моделей. Проверки должны быть согласованы и выполняться регулярно для обеспечения целостности моделей и поддержки рабочего процесса. Разработать четкие инструкции по внутренней и внешней совместной работе для поддержания целостности информационных данных. Данные инструкции включают и описываются все в плане выполнения BIM-проекта. Определить главных участников, работающих над BIM-проектом, назначить в соответствии с документом план выполнения BIM-проекта и определить уровни детализации информационных моделей и определить требования к информационным моделям. Как бы это в себя включают такие основные рекомендации, которые необходимы для правильного и эффективного использования BIM-проектов.
Соответственно, кто такой BIM-координатор? Это в первую очередь лицо, ответственное за проект, за процесс информационного моделирования в рамках BIM-проекта. В его обязанности входит разработка документа, собственно, план выполнения BIM-проекта, который содержит основную информацию по структуре информационной модели. Также в его обязанности входит определять уровень владения программного обеспечения сотрудников проекта для принятия решения либо обучать персонал, либо уже как бы работать в соответствии с принятыми требованиями. Следующее – это производить проверку информационных моделей. В первую очередь проверку BIM-координатор проводит не на какие-то проектные решения. BIM-координатор проводит проверку на соответствие требованиям BIM-стандарта. То есть что это значит? Это значит, что как бы есть вот назначенный человек внутри компании, вот этот BIM-координатор, который собирает все модели от участников, являющихся участниками группы моделирования, и проверяет там раз, допустим, в неделю, проверяет эти модели на соответствие наименований, на структуру, как выполнены все объекты, то есть с точки зрения именно применения BIM, не с точки зрения как бы проектирования. Эти решения также остаются за ГАПом и ГИПом, а BIM-координатор он отслеживает именно решения, которые как бы соответствуют эффективному использованию технологии BIM. Дальше он обязательно должен координировать процесс проведения совещаний по текущему статусу BIM-проекта. И также должен следить и проводить архивацию проекта, то есть создание резервных копий. Это на случай, если произойдет что-то там как бы с проектом, с моделью основной, чтобы у вас всегда были запасные резервные копии. Это обязанности самого BIM-координатора. Следующее у нас это как бы необходимый документ, это план выполнения BIM-проекта, который содержит в себе основную информацию по характеристикам и структуре BIM-моделей. То есть вот информационные модели, которые уже конкретно выполняются в какой-то программе, они, работа по ним описывается как раз в плане выполнения BIM-проекта. И данный документ учитывает следующие ключевые пункты. В первую очередь это информация о самом проекте, то есть это описание проекта, там количество зданий, размер, расположение, общие координаты, в которых как бы находится наше здание. Границы проекта определяются, то есть это все прописывается в этом документе. Уникальные задачи, которые стоят, они как бы могут быть, могут не быть. То есть если у вас там применяются какие-то решения, вы должны это тоже включить, описать в плане выполнения BIM-проекта. Определяются ключевые участники, которые будут работать над самими моделями, определяется руководитель проекта и дополнительные участники, а также их роли и обязанности. Это все прописывается в плане выполнения BIM-проекта. Дальше рассматриваются цели и требуемые показатели проекта. Это в первую очередь цели проекта информационного моделирования, цели участников проекта, каким образом будет выполняться корректировка, уровень проработки детализации элементов и ключевые показатели эффективности. Также расписывается совместная работа. Если как бы над проектом работает несколько людей, несколько компаний, то обязательно в плане выполнения BIM-проекта это описывается. Создание и упорядочение рабочих наборов и связанных файлов, многопользовательский доступ, разделение проекта на фазы и определение принадлежностей проектных информационных данных. То есть совместная работа над проектом включает в первую очередь в себя это пространственное расположение и координацию, какие стандарты и правила моделирования будут применяться, конкретно, допустим, описывается прям по ролям, что вот эта компания занимается вот моделированием вот этих вот элементов, причем моделируются эти элементы таким-то, таким-то образом, допустим, эти участники разрабатывают вот эти элементы, прописываются, если это касается Revit, то описываются разделения на рабочие наборы, описывается обязательно коммуникации и совещания, то есть
сколько раз в неделю вы должны проводить эти совещания по статусу вашего BIM-проекта. Описываются правила обмена данными, то есть если это либо между участниками внутри одной компании правила обмена, либо если у вас несколько компаний, которые как бы между собой взаимодействуют, то правила обмена, они тоже обязательно должны прописываться в плане выполнения BIM-проекта. Дальше у нас описывается наименование, принятое в проекте, правила проверки, норма контроля информационных моделей, структура данных и информационных моделей, то есть каким образом у вас будут структурированы данные там, на сервере, либо на каком-то виртуальном диске, это все прописывается. Моделирование процессов BIM-проекта. Ресурсы проекта и требования к IT-инфраструктуре тоже описываются в плане выполнения, то есть это квалификация участников в области программного обеспечения, собственно, само программное обеспечение, которое используется, и библиотека компонентов проекта, то есть какие библиотеки там, материалов у вас используются для выполнения информационных моделей. Это вот конкретно по каждому конкретному проекту создается вот этот план выполнения, в котором все это описывается. По нашему как бы опыту план выполнения BIM-проекта должен составляться не в конце, когда вы уже как бы завершили ваш проект и в конце как отчет написали. Нет, он должен перед проектом, в нем прописываются участники, в нем прописываются ответственные, создается как бы такой план по вашей работе конкретно, в котором все прописано. И этому плану нужно соответствовать. То есть все участники должны понимать, насколько он важен, и ему следовать. Обязательно нужно проводить коммуникации и совещания для облегчения, в первую очередь, взаимодействия по текущему статусу. Обязательно должны проводиться вот эти совещания. Частота встреч может изменяться по мере развития проекта. Следует также учитывать территориальное размещение участников проекта относительно друг друга. То есть это как бы если у вас несколько компаний, которые находятся в разных местах территориально, вы должны продумать, каким образом у вас будут проходить коммуникации и совещания. В большинстве случаев, вот как на практике происходит, компании, которые занимаются BIM-проектированием, у них отдел каждый, он живет обособленно. То есть, допустим, вот есть отдел архитекторов, который разрабатывает там архитектурный раздел, есть отдел конструкторов, которые тоже внутри вот своего отдела, они знают, что у них происходит. Архитекторы точно так же. Там инженеры, которые могут быть вообще в другой компании, они тоже общаются исключительно вот в своей, так сказать, среде, вот в моделировании именно, допустим, инженерных систем. Но BIM-проект подразумевает работу совместную, поэтому как бы нужно обязательно устраивать совещания, которые бы включали всех участников моделирования, то есть это должны быть представители и там с архитектурного отдела, и с конструктивного, и с инженерных систем, и такие совещания нужно проводить в идеале где-то 2-3 раза в неделю, чтобы как бы участники вот эти вот были в курсе общего статуса BIM-проекта, то есть не каждый отдельно в своем отделе как бы варился, а чтобы вот все были посвящены, насколько как бы быстро вы развиваетесь, какие у вас там проблемы при создании моделей, допустим, возникают, как вам лучше там структурировать данные, как производить обмен, для этого и устраиваются, собственно, такие совещания. И ими обязательно не нужно пренебрегать, потому что это сильно увеличивает эффективность работы. И, собственно, как бы для того, чтобы уже работать над самим проектом, все сталкиваются с определенными трудностями организации. Одна из трудностей – это структура каталогов хранения информации по BIM-проекту. То есть это все проектные данные, которые должны у вас храниться в какой-то структуре папок, находящихся на центральном сервере или в соответствующей системе управления документацией. То есть мы сейчас рассматриваем как бы не систему управления документацией, а вот конкретно у вас, допустим, есть сервер и у вас есть данные по BIM-проекту. И вы должны эти данные в соответствии как бы с какой-то структурой, вы должны распределять, чтобы ваши участники не путались в количестве там бешеном папок, чтобы все было понятно и просто. Собственно, мы как бы предлагаем свою структуру под каждую компанию, она может меняться, но не кардинально. То есть это есть как бы наше видение
как должно быть. И вы, соответственно, как бы либо его принимаете, либо вы предлагаете какие-то свои решения. И что в себя включает эта как бы структура? Первое у нас идет это общие. Это в папке «Общие» у нас хранятся все стандартные шаблоны, допустим, семейства какие-то, другие данные, не относящиеся к конкретному проекту. То есть это там правила экспорта-импорта, допустим. Шаблоны не только, к примеру, в том же Revit, шаблоны в AutoCAD. То есть это как бы основные данные, которые касаются вот всех проектов. То есть такие шаблоны, на которых уже все работают. Дальше у нас есть конкретная папка «Проекты». Это уже под каждый проект. Там создается как бы своя отдельная папка, в которой хранятся данные уже конкретно об этом проекте. То есть это могут быть информационные модели, сами данные о проверках и исходящие какие-то материалы. Дальше у нас еще вот в этой как бы верхней иерархии у нас находятся учебные материалы, то есть это все учебные материалы, которые вам доступны, обучающее видео какое-то, там какие-то документы, PDF-овские файлы, которые позволяют как бы эффективнее работать, какие-то видеоуроки, вот это хранится вот в этой как бы папке. И последняя папка это архив. Архив содержит в себе уже завершенные проекты, в которые не вносились изменения за определенный отрезок времени. И вот отрезок времени, в который как бы считается уже проект отправляется в архив, это определяется BIM-координатором. И вот эта структура данных у вас хранится на вашем сетевом сервере внутри как бы вашей компании. И участники имеют к ней доступ. Соответственно, как бы из чего у нас состоит сама папка проекта. Мы сейчас здесь, я вам в презентации расскажу всего как бы две структуры, то есть это вот у нас общее положение хранения файлов и, собственно, как бы структура каталога проекта. Вообще, как бы у нас в нашем стандарте прописаны остальные папки, из чего состоят и каким образом там реализована эта структура. Следующее у нас это как раз папка проекты, которая обязательно как бы содержит в себе в первую очередь папку модели, обеспечение, контроль и исходящие. Что подразумевает себя модели? Модели — это уже файлы самих информационных моделей со всех разделов, выполненных в разных ПО. То есть это Revit, Robot, там, Navisworks и другие продукты. А вторая папка — это обеспечение и контроль. Это данные для проверки на коллизии, изменения и соответствия BIM-проекту. Каким образом происходит как бы сам процесс? Вот у нас есть участники, которые работают над конкретным, допустим, проектом, и они выполняют информационные модели. Эти информационные модели в первую очередь отправляются в папку обеспечения и контроль. Они отправляются на проверку BIM-координатору, который в первую очередь проверяет на соответствие стандарта, то есть он проверяет там правила наименования, как все структурировано, как все выполнено. Он именно с точки зрения BIM проверяет. Также здесь как бы в этой папке проверяют, допустим, на коллизии, либо какие-то изменения вносившиеся. Вот эта работа ведется над этой моделью, когда работа проверочная такая как бы закончена, эту модель перемещают уже в папку модели. Как бы внутри папки модели как бы все файлы, во-первых, они наименовываются, мы чуть дальше рассмотрим, как нужно наименовывать сами модели, они имеют определенный статус, по которым определяется, там, работа завершена над моделью, либо сейчас производится в ней какая-то еще работа. Следующая у нас папка — это исходящие. Исходящие — это данные для отправки заказчику, то есть как бы те данные, которые вы отправляете конкретно заказчику. Чтобы не было путаницы, что было отправлено, что не было отправлено, эти данные у нас должны храниться отдельно, чтобы мы могли отслеживать, как бы, что мы отправляли, а что не отправляли, чтобы потом не было никаких претензий. Следующее у нас как бы могут быть добавлены дополнительные разделы в зависимости от сферы деятельности организации. Если у вас, как бы, у вас нет каких-то дополнительных разделов, вы можете использовать вот эту структуру, которая включает в себя по сути три папки. Их вполне достаточно для работы над BIM-проектом. То есть, как бы, если у вас внутри компании есть какие-то дополнительные подразделения, там использующиеся, какие-то еще данные, вы как бы можете создать еще дополнительные папки. Но как бы не стоит разводить большое количество папок, чтобы потом в них путаться. Собственно, как бы все файлы информационных моделей, они обязательно должны правильно наименовываться.
В соответствии как бы с этим мы предлагаем такой вариант наименования информационных моделей, и сейчас расшифрую, что это означает. Вот это у нас как бы описан, к примеру, тот файл, который у нас используется для как бы информационная модель сама, и она в себя включает имя проекта, то есть это, допустим, там PSS проект, потом включает номер отдельной части проекта, то есть если у нас проект с вами большой, он делится на какие-то зоны, области, секции, либо он может делиться по этажам. Вот это все учитывается вот здесь вот с помощью номера. Вот этот номер как бы определяется внутри вот участников моделирования, как бы на совещании определяется, как вы будете делить ваш проект, чтобы было удобно над ним работать. И, соответственно, назначаются определенные номера в соответствии с тем делением, которое вы используете. Следующее у нас идет раздел проекта, то есть это какой раздел над данной моделью работает. Это там архитектурный, конструктивный, допустим, вентиляция, сети, то есть это прописывается вот в этой как бы в этом значении. Следующее у нас используется номер версии строительной информационной модели. Он назначается в соответствии с разделением на этапы моделирования. Копии файлов модели с указанием версии формируются BIM-координатором после завершения очередного этапа моделирования и проведенной проверки на коллизии и соответствие BIM-проекта. Это уже хранится в папке модели, в актуальном файле, в файле, в котором в данный момент производится моделирование строительной модели, номер версии не пишется. И следующее, сейчас объясню все на примерах, и следующее у нас статус проекта по рабочим процессам. То есть в работе имеет аббревиатуру R, это значит, что в данный момент над файлом работают, завершен, это значит работа завершена, отправлен, это что он отправлен заказчику, и архив, это значит, что эта версия, она в архиве. Следующее. Это как раз пример, на котором описывается вот это вот наименование. То есть у нас есть имя проекта, которое называется, допустим, PSS-проект. Дальше у нас используется деление. То есть мы, к примеру, поделили посекционно, и в данном случае у нас файл модели секция 1. Вот у нас пишется, что это номер секции. Следующее у нас пишется раздел, который над этой моделью работает. То есть тот раздел, который ее разрабатывает. В данном случае это архитектурный раздел. И дальше у нас есть статус нашего проекта. То есть это у нас пишется, что в данный момент над этим файлом работают. То есть это актуальная версия файла модели, там, допустим, секции 1 архитектурного раздела. Дальше у нас пишется, допустим, это у нас актуальная версия. Следующий пример – это у нас использование как бы сохраненной копии. У нас также есть наименование компании, у нас есть с вами деление посекционно, есть также раздел, но плюс еще добавляется этап моделирования, то есть как бы на каком этапе вы сейчас производите работу. Дальше у нас пишется версия этой модели. И следующее у нас как бы статус проекта. То есть она как бы либо завершена, либо в данный момент в работе является. То есть если посмотреть, то у нас вот как раз это файл модели секции 1 архитектурного раздела с расставленными дверьми, окнами, проемами в версии 001. Вот эти вот как раз этапы моделирования, они определяются как бы внутри каждого проекта. На какие этапы вы будете делить. То есть для чего это сделано? Чтобы вы, у вас как бы хранилась информация вся, допустим, вот у вас есть информационная модель, вы над ней работаете. И как бы участники у вас сохраняют вот эту информационную модель, и она у вас хранится там, допустим, в папке модели. Чтобы в ней можно было в случае чего, если там на каком-то этапе вы поняли, что у вас произошла ошибка, и как бы чтобы откатиться, возможность была откатиться назад, вы создаете вот такие как бы сохраненные копии файлов модели с определенными этапами. То есть, если, допустим, мы приступили работу как бы к работе над информационной моделью. У нас есть с вами, допустим, вот такие этапы моделирования. Это как бы просто наш пример таких этапов, которые могут использоваться. То есть вот сейчас мы моделируем элементы нулевого цикла. Вот мы замоделировали эти элементы нулевого цикла. Мы сохраняем одну модель, в которой в данный момент ведется работа. То есть это, собственно, вот эта вот модель наша будет, в которой как бы будет вестись работа. И плюс сохраняем резервную такую копию, в которой идет
конкретно вот файл, в котором будет только этот этап первый, то есть замоделированы только элементы нулевого цикла. Следующие этапы у нас моделируются в нашем вот этом основном файле, но плюс еще сохраняется как бы еще одна, там, допустим, после завершения еще одного этапа у нас сохраняется еще одна копия, которая уже, там, допустим, является, включает в себя второй этап, плюс к первому у нас включается еще второй этап. То есть в случае, если вы, там, допустим, завершаете проект, и тут вы понимаете, что у вас там где-то на шестом этапе, на моделировании кровли, вы совершили кардинальные такие ошибки, которые исправить только позволит не как бы исправление, а возвращение на вот этот вот этап и начать там все заново. Ну, к примеру, полностью изменились там какие-то архитектурные решения. И, соответственно, как бы, чтобы вы не удаляли там уже то, что наделали в вашем файле, чтобы у вас была возможность просто открыть тот файл, в котором вы остановились на вот этом этапе, до которого было все нормально, вы открываете эту модель и начинаете над ней работать. Это своего рода такая страховка, которая у вас как бы лежит на вашем сервере, и как бы ей занимается, над ней работу ведет, что вот он отправляет ее как бы в завершенную часть, BIM-координатор после всех проведенных проверок, что все, вот этот этап завершен, все соответствует как бы правильности, у нас как бы все соответствует нашим нормам по стандарту, соответствует проверке на коллизии, как бы все это завершено, и вот, вот у вас хранится этот файл, и вы уже как бы можете его использовать в случае, если пойдет что-то не так. А если вы используете совместную работу, то в наименовании файла еще должен появляться это то, что касается Revit. Вот если мы работаем как бы внутри совместной работы, то у нас появляется еще дополнительный такой суффикс, который называется центральный. То есть пример. Это у нас, допустим, PSS-проект, версия такая-то архитектурного, точнее не версия, а секция 1 архитектурного раздела. Статус в работе находится, и что это является файлом хранилища, то есть он имеет еще суффикс центральный. То есть это у нас как раз вот, что вот этот файл является центральным, является файлом хранилища. Это в том случае, если вы используете совместную работу в файлах Revit. Вот это наименование файлов, это касается не только Revit, это может касаться как бы других программ и других информационных моделей. То есть это не обязательно должен быть файл формата RVT, это может быть тот же и как бы, к примеру, выполненный там в инвентаре какой-то, какая-то информационная модель, тоже как бы наименование файла должно иметь вот такую структуру, чтобы все четко было понятно по наименованию. Следующее у нас это обязательно безопасность данных, которая должна как бы у нас с вами всегда быть. То есть это все проектные BIM-данные, они должны храниться на сетевом сервере. Постоянно должно выполняться резервное копирование этих файлов. Это тоже прописывается у нас в плане. В плане выполнения BIM-проекта прописывается, когда у вас там должно на сервере происходить резервное копирование. Это в случае, как бы, если там у вас случится что-то с сервером, ваши системные администраторы должны там, к примеру, в какой-то период проводить резервное копирование файлов. Следующее обязательно определяется доступ персонала к проектным BIM-данным, хранящимся на сервере. То есть это должно контролироваться путем назначения прав доступа к конкретным папкам. То есть у нас, как бы, допустим, просто участники моделирования, они не могут иметь доступ, к примеру, к папке обеспечения контроль. То есть в обеспечении контроль у нас в этой папке работает BIM-координатор и там гапы, гипы. А обычные участники там не, в ней не работают. Они присылают свою модель BIM-координатору, и он уже дальше ее туда помещает. И таким образом, как бы там другим каким-то определенным папкам тоже можно назначить ограниченный доступ, чтобы не все участники моделирования могли все менять. Тоже касается, допустим, семейств. Если это касается Revit, то, допустим, у нас есть шаблоны и семейства. И чтобы в семействах могли вносить изменения не просто вот все участники моделирования, над семействами должен работать определенный человек, тот же, допустим, BIM-координатор, который проверяет правильность исполнения этих семейств, там, сам их моделирует, к примеру, это не обязательно как бы должен быть и BIM-координатор, может быть специальный человек, который работает конкретно над семействами. Он перед тем, как выкладывать в общий доступ эти семейства, он
обязательно должен отправить это семейство на проверку BIM-координатор. BIM-координатор проверяет на наименование там параметров, на наименование самого семейства, чтобы у всех все было четко структурировано и как бы каждый участник уже использовал нормальное семейство. Соответственно, как бы обязательно назначается вот эта безопасность данных. Она всегда должна рассматриваться и рассматривается тоже в плане выполнения BIM-проекта. Следующее у нас это программное обеспечение. Перед началом работы вообще над проектом обязательно должны решить, какое программное обеспечение будет использовать компания. То есть, к примеру, вот собираются там все смежники, собираются все внутри, вот главные люди внутри этой компании и решают, какое программное обеспечение будет использоваться. То есть, чтобы обязательно у нас как бы было совпадение по версиям, чтобы не было такого, что одна компания работает, допустим, в 2013 версии, другая компания в 2014, и в середине проекта выясняется, что они несовместимы. Чтобы вот такого не было, это обязательно нужно устраивать в самом начале, перед еще работой, перед началом работы над проектом. Как бы это все у нас тоже контролируется BIM-координатором, как бы, который собирает данные со всех смежников и, соответственно, решает, принимается это решение. Если у вас как бы производятся какие-то обновления, то это тоже решается как бы корпоративно. То есть опять собираются все участники и решается, каким образом будет производиться это обновление. Все версии, которые используются, они обязательно должны быть согласованы, и если проект идет как бы достаточно долго по времени, к примеру, он там, проект тянется у вас на протяжении 2 лет, за 2 года выпускаются новые версии программного обеспечения, которые могут быть там лучше, и вы хотите на них перейти. В первую очередь нужно решить, сможете ли вы безболезненно перейти все ваши смежники, все как бы ваши участники моделирования, могут ли перейти на новые версии продукта. Если да, то это производится, как бы описывается процесс, каким образом это будет происходить, чтобы как бы если все переходят, то переходят там плавно, допустим, чтобы к одному времени все перешли уже на новые версии. Если у вас возникают там какие-то трудности при переходе на новую версию, имеет смысл работать, закончить именно этот проект уже на этом ПО и, допустим, следующий проект уже использовать другое ПО. Чтобы как бы в конце проекта это делается, чтобы в конце проекта не выяснилось, что у вас там что-то не работает, и какие-то файлы, которые были сделаны, они сейчас не подходят. Дальше очень важный момент, это обязательно должна быть единая система координат, что позволяет создавать ссылки на файлы без их модификации и установление согласованных координат проекта как бы именно для совместной работы. То есть у нас есть, допустим, несколько компаний, которые работают над одним проектом. Обязательно должны быть эти координаты согласованы, то есть каким образом у вас будет выполняться координация внутри каждой информационной модели, чтобы потом, если вы, допустим, выполняете информационные модели, к примеру, в продукте Revit. Дальше вы эти модели собираете уже в Nevis, и при подгрузке в Nevis, чтобы у вас не получилось, что все встало непонятно как, чтобы все вставало на свои места, и при использовании там внешних ссылок у вас тоже не улетали эти объекты куда-то далеко, чтобы они вставали обязательно в свое место. Поэтому перед еще началом проекта должны определиться координация, и, соответственно, как бы как только вы приступаете к проекту, вы должны выставить эти координаты и потом уже использовать. Как бы следующий момент, который мы советуем, это перед еще началом тоже работы вы должны создать свой шаблон, который будут использовать, допустим, организации, участники моделирования, которые работают над этим проектом. Собственно, шаблон у нас подразумевает в себя наличие каких-то уже готовых семейств, там подгруженный, настроенные текстовые стили, размерные стили, штриховки, линии. Вот это все в идеале должно у вас быть в шаблоне, и в этом шаблоне вы должны, как бы, все ваши участники моделирования должны работать на основе этого шаблона. И внутри этого шаблона, как бы, также мы рекомендуем устраивать такую организацию модели по видам, то есть настраивать диспетчер проектов, это то, что касается Revit. Если вы работаете в Revit, создаете информационную модель в Revit, то, соответственно, вы как бы настраиваете диспетчер проектов. И, соответственно, мы предлагаем его настраивать по двум основным направлениям. Как бы это у нас сначала категория проекта идет, разбиение на категории проекта, потом у нас идет раздел проекта.
То есть категория проекта включает в себя координацию, проектную документацию, экспорт, обеспечение и контроль качества. И, соответственно, разделы проекта. Это АР, КР, ВК, ОВ и так далее. Разделы проекта у нас используются, если вы используете, допустим, совместную работу, и у вас участники работают в одном файле. Если у вас, допустим, к примеру, все... каждый раздел создает свою информационную модель, раздел проекта можно опустить, то есть его не делать. Мы предлагаем как бы вот такой вариант, когда вы используете совместную работу. И каким образом происходит тут у нас вот деление? То есть у нас как бы что в себя включает координация зданий? Координация содержит основные виды моделей, на которых осуществляется процесс моделирования и располагаются все подгруженные подложки. Второе, как бы у нас идет, это проектная документация. Она содержит в себе все виды, выносимые на листы, то есть это планы, разрезы, фасады, сечения, оформленные в соответствии с нормативными документами, включающие в себя все аннотации и маркировки. Следующее у нас экспорт. Это виды, подготовленные для экспорта в другое программное обеспечение. И последнее – это обеспечение и контроль качества. Это содержит виды с настроенными фильтрами видимости для отслеживания и проверки модели. Как бы раздел проекта заполняется в соответствии с шифром, который применяется, то есть, допустим, вот у нас архитектурный раздел, он обозначается AR. И идет таким образом разбиение видов по вот этому, по этой структуре. То есть, как бы каждый вид относится к своей категории, и все понятно, какой вид к чему относится. То есть, не будет вот этой путаницы, и создано большое количество там видов, которые не нужны. Как бы организация диспетчера проекта улучшает эффективность работы над моделью. Как бы этот вариант мы предлагаем, если вам здесь каких-то, допустим, разделов не хватает, вы, в принципе, можете их добавить, но слишком разветвлять систему диспетчера проекта тоже не стоит, потому что в ней, как бы, соответственно, больше будет путаницы. И нужно понимать главное правило, это вот у нас, допустим, каждый вид, он имеет свое наименование. И вот как раз наименование видов и наименование уровней в Revit — это два разных понятия, и не нужно их путать. То есть наименование уровня у вас будет одно, наименование вида у вас будет немножко другое. Так как у нас внутри Revit нельзя создавать один и тот же уровень, допустим, с разными именами. Можно создавать виды с разными именами, но уровень у вас будет как бы с одним именем. Все остальное делается там через копии. Соответственно, как бы, какие у нас правила наименования уровней в первую очередь существуют? У вас пишется, в первую очередь, это проектная отметка уровня, которая пишется там с обозначением там, через точку, либо через запятую, это вы уже внутри как бы, компании решаете. И следующее, у нас идет более точная информация об изображенном объекте. То есть это наименование того же, допустим, плана первого этажа, либо разреза. И вот у нас есть пример, что у нас пишется там отметка 000, план первого этажа. Почему у нас перед нулем стоит плюс? Потому что диспетчер проектов у нас формируется в соответствии как бы по алфавиту и по буквенному обозначению. То есть это автоматически происходит. И, соответственно, чтобы у нас 0 был всегда наверху, мы перед ним тоже ставим плюс, чтобы у нас как бы в других все остальные этажи шли соответственно. То есть плюс там 3000, плюс 4000 и минус, соответственно, шел вот здесь, чтобы у нас все как бы было структурировано. Следующее у нас идет правило наименования уже самих видов. То есть вот виды у нас наименовываются и отображаются вот в самом диспетчере. Соответственно, в наименовании видов у нас используется в первую очередь это сокращенное обозначение категории проекта. То есть это там координация, проектная документация, экспорт, обеспечение и контроль качества. Следующее у нас идет сокращенное обозначение раздела проекта, то есть это в соответствии, допустим, с таблицей, вынесенной в том же стандарте. У нас там есть как бы таблица, которая и определяет по разделам, то есть это AR, KR, OV, VK. То есть вы в соответствии с этими сокращениями вы и наименовываете ваш вид. Следующее у нас идет проектная отметка уровня, то есть это там плюс 3200, минус 1500. И следующее у нас идет более точная информация об объекте. То есть вот таким образом у нас наименовывается вид. У нас пишется категория, раздел, отметка и уже более точная информация. Как бы используется нижнее подчеркивание для разделения между как бы смысловыми полями.
Следующее, о чем как бы стоит еще поговорить, это библиотека материалов. Библиотека материалов у нас как бы в BIM-проекте, который используется, она, если это касается продуктов Autodesk, то с 2014 версии в каждом продукте сейчас как бы библиотека имеет один формат файла, это ADSK-lib. То есть в этом файле содержится вся информация о тех материалах, которые вы применяете в проекте. Допускается либо создавать отдельно на каждый проект библиотеку материалов, либо использовать одну общую на все проекты. То есть у вас там будет, допустим, огромная библиотека, которую вы подгружаете при создании нового проекта. Библиотеку материалов также стоит хранить на сервере, и она у вас будет лежать в определенной папке, как бы там есть разбиение, где она лежит. Соответственно, в этой библиотеке материалов по ней работают все ваши смежники, то есть все участники моделирования должны работать по одной библиотеке материалов. И внутри как бы этой библиотеки тоже существуют правила наименования материалов, чтобы там каждый желающий не наименовывал так, как он хочет. По-хорошему, у вас как бы это должен, допустим, отслеживать тот же BIM-координатор. То есть, к примеру, вот у вас есть какая-то база, которую вы создали для моделирования, и тут вы начинаете работу над проектом. Раздаете вот эту библиотеку участникам, как бы ее все подгружают, начинают использовать, и в процессе моделирования возникает тот момент, когда не хватает каких-то материалов. И вносят изменения не, как бы не сами участники, а делается запрос BIM-координатору, который как бы на добавление нового материала. BIM-координатор, соответственно, добавляет этот материал в эту библиотеку. И, соответственно, он добавляет материал в соответствии с наименованием. То есть у нас пишется в первую очередь категория материала, потом подкатегория, класс, марка, имя производителя, если необходимо, и сокращение. То есть на примере это у нас, допустим, кирпич керамический, полнотелый, и вот такое имеет сокращение. Дальше изоляция тепловая, поле пенополистирол и сокращение. У нас это используется для того, чтобы вы потом могли выгружать данные и как бы по тем же, допустим, сокращениям вы могли посчитать количество ваших материалов и вообще использовать эти данные в других программах. Если требуется имя производителя материала, то оно добавляется в самом конце наименования материала. То есть это будет изоляция тепловая, вата минеральная, изовер и, соответственно, вот такое вот сокращение. Библиотека материала – это тоже очень важный такой момент, который все участники, по сути, должны использовать одну библиотеку материалов, чтобы потом, когда вам необходимо было вытащить данные для обработки, у вас не было какой-то путаницы и не было повторов дублирования этих материалов. Дальше у нас идет правило наименования компонентов семейств. Это тоже очень такой важный момент, чтобы у нас, как я уже говорила, не все участники могли создавать, во-первых, семейства, не все участники могли их редактировать. За это отвечает один человек, как правило, который как бы занимается семействами. Он над ними работает. И в соответствии потом, допустим, с этими наименованиями он их наименовывает и дальше проверяет это BIM-координатор. То есть обязательно еще должен быть BIM-координатор, который как бы вносит окончательное решение, что это семейство, все, оно проходит все проверки, оно может использоваться всеми участниками. И, соответственно, вот наименование семейства, оно как бы должно соблюдаться, если у вас там несколько компании работает и несколько компаний создают семейство, как бы каждая компания должна придерживаться одних правил наименования, чтобы потом у вас тоже не происходило дублирование. В одном как бы информационной модели у вас используется семейство с таким наименованием, в другом с таким наименованием, то есть у вас, чтобы все было четко структурировано. И, соответственно, каким образом происходит наименование? То есть у нас идет функциональный тип, подтип, основная характеристика, обозначение настоящего стандарта, если это необходимо, и описание 1, описание 2, то есть это какие-то уже данные, которые как бы вносятся самим пользователям. И что у нас тут есть? Функциональный тип – это имя типа элементов создаваемого семейства. Дальше у нас имя подтипа,
Основная характеристика – это форма, материал описывается. Обозначение настоящего стандарта – это нормативный документ, номер серии, допустим, ГОСТ, ТУ. Вот это вот описывается. И последнее у нас идет описание. То есть, к примеру, у вас создаются плиты железобетонные ленточного фундамента. Мусоропровод круглый железобетонный. Как бы мусоропровод – это у нас тип, круглый – это его основная характеристика. И железобетонный – это, собственно, его как бы материал. Дальше у нас идет там дверной блок противопожарный, двупольный, ГОСТ такой-то. То есть это наименование самих файлов семейств. Это не типоразмеры, это сами файлы. Следующее у нас идет как раз наименование типоразмеров, которые уже используются внутри проекта. Здесь у нас идет как бы... По сути, все то же самое, единственное, дополняются еще технические данные. У нас идет функциональный тип, подтип, описание 1, описание 2, технические данные. То есть технические данные включают в себя размеру, массу, мощность, объем и какие-то другие данные, которые отличают один объект от другого. То есть это, допустим, перемычка железобетонная 1900 на 300 мм, дверь глухая левая 200 на 1100. То есть здесь еще добавляются какие-то именно технические характеристики. Наименование многослойных стен описывается послойно, начиная с наружной стороны к внутренней. Соответственно, здесь у вас пишется стена кирпич, облицовочный, допустим, 120 мм, утеплитель 130 мм, бетон B25 180 мм и штукатурка 20 мм. Вот это у вас наименовываются уже так данные, которые будут использоваться внутри как бы вашего проекта. И последнее, о чем хотелось бы сказать, как бы вот это то, что я вам сейчас рассказывала, это только часть нашего стандарта, который как бы разработан уже, как бы, который называется «Рекомендации по выполнению проекта информационного моделирования». Изменения и дополнения к нему будут как бы рассматриваться. Мы этот первую версию вот этих рекомендаций мы выложим на нашем сайте. То есть все участники вебинара, которые сегодня прослушали, вам придет ссылка на то, что вы можете скачать вот как бы такую первую бесплатную версию этого стандарта с нашего сайта. И дальше в нее, как бы, соответственно, в этот стандарт будут вноситься определенные изменения. Мы понимаем, что он не идеальный, есть еще как бы над чем работать, поэтому мы с удовольствием выслушаем ваши предложения, только обязательно это должно быть предложение представлено в письменном виде и снабжены какими-то примерами, обсуждениями и другими вспомогательными материалами. А у меня просьба как бы ко всем слушателям вебинара. Теперь вы можете задавать вопросы. Мы, по сути, рассмотрели с вами основные моменты, касающиеся этого стандарта. И дальше я прошу вас как бы уже задавать вопросы, если они у вас имеются. Вопросов ни у кого нет? Если у вас нет вопросов, напишите, что у вас тогда нет вопросов. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Как бы всю эту информацию вы... Рекомендуемый уровень ZPBIM-координатора это определяется исключительно внутри компании, какие у нее есть возможности, и в первую очередь это определяется из тех задач, которые будут стоять перед BIM-координатором, то есть это вы можете там, допустим, компания работает конкретно над какой-то малоэтажкой, и особенно контролировать там и нечего BIM-координатору, то и, соответственно, зарплата у него будет такая. Если там это огромная корпорация, в которой очень большое количество проектов, и за этим всем нужно следить, может быть, это будет даже не один человек, и здесь, соответственно, как бы определяется уровень зарплаты. Это решается внутри компании, ее возможностей. Ссылку, да, мы вам пришлем обязательно, как бы на днях, ждите, будет ссылка с возможностью скачать первую версию нашего стандарта.
как бы информацию. Потом по этому вебинару мы его записывали. Его можно будет, если вы там что-то хотите еще раз посмотреть, вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube. По каким-то вопросам тоже можно обращаться по вот этим адресам. И меня еще раз зовут Русина Елена. Я как бы была ведущей этого вебинара. Если у вас есть какие-то конкретно ко мне вопросы, я это непосредственно тот человек, который как бы принимал основное участие и разрабатывал этот стандарт, поэтому по всем вопросам к стандарту обращайтесь напрямую ко мне. Так, тут вопросы по поводу, кто использует стандарт, как бы конкретно вот полностью наш стандарт, пока как бы мы его еще не выпускали, но мы уже в тех компаниях, в которых ведем внедрение, мы применяем отсюда как бы вот эти вот основные пункты, которые мы применяем уже, собственно, в компаниях, и, собственно, по нашему опыту мы и собрали этот стандарт. То есть, как бы, внутри определенных компаний у нас уже существует эта структура, у нас существует этот организован обмен информацией, вот ведется обязательно план выполнения, который, как бы, в котором прописываются основные роли и в котором все прописывается. То есть, как бы, это уже работает, но единственное, как бы, не по всему стандарту, а не по всему стандарту, а по каким конкретно пунктам. И у меня еще просьба. Вы, пожалуйста, пишите именно в чате, я вам отвечаю так, как бы, а вы пишите в чате ваши вопросы, потому что, как бы, иначе, если все будут говорить в микрофон, мы нормально друг друга не услышим. Спасибо большое, что прослушали. Я так понимаю, вопросов больше нет. Следите за нашими обновлениями, которые появятся. И, соответственно, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Это также у нас, как бы нужно было сказать об этом в начале, но в случае чего вам придет рассылка, что это как бы серия наших вебинаров, посвященная именно вот этому вот как бы документу, который мы рассмотрим вот посредством вебинаров. То есть, как бы, основные моменты, следующий, допустим, вебинар у нас будет посвящен именно конкретно моделированию в том же Revit. То есть, какими способами и как лучше моделировать, чтобы в дальнейшем работать это как бы в других программах и использовать именно все технологии BIM, а не просто там 3D-моделирование, чтобы это можно было использовать и в других программах, и какие трудности возникают при моделировании. Спасибо еще раз всем и до свидания.